Сегодня в Эльбарусово почтили память жертв страшной трагедии. 52 года назад в этом селе сгорела школа. В огне погибли 106 учеников и 4 учителя. В тот день в школе все готовились к большому торжеству. Начинались осенние каникулы, а в последний учебный день для ребят было решено устроить праздничный вечер. Чтобы освободить пространство в одном из классов, мебель расставили вдоль окон, партами загородили входную дверь. Электричество в школе возможно было добыть только при помощи генератора, но в последний момент в устройстве нашли трещину. Запаять бак решили прямо в помещении подсобки. Одно неосторожное движение и вспышка. Очевидцы рассказывают, что бензин быстро разлился по коридору. Огонь уничтожил деревянное строение в считанные минуты. Зажгли печку, каланку. Дрова плохо горят. Они взяли, плеснули этот старшеклассник один. Из ведра это бензин. И все это взрыв, другое ведро, и все это потекло в зал. Ну как взрыв. Короче, там 5-10 минут, там уже никто не мог спасаться. Пожарные приехали слишком поздно. Здание уже догорало. Спастись удалось единицам. Многих отправили на лечение в Москву. Но рассказывать об этой трагедии очевидцам запрещала советская власть. Завесу тайны удалось приоткрыть после распада тоталитарного режима. Памятник жертвам поставили лишь 33 года спустя. С тех пор именно здесь проводятся траурные митинги. Каждый год в ноябре родственники погибших и односельчане приносят к монументу цветы. А сотрудники МЧС учат школьников правилам пожарной безопасности. Устраивают конкурсы и викторины. Цель таких встреч – не допустить подобных трагедий, которые происходят из-за халатности людей. Галина Титарчук, Дмитрий Ковалев, Николай Яковлев. Республика.